Сам мэр Львова буквально вчера оправдывался по поводу мусора, завезенного в Запорожскую область. Там, напомню, кучи отходов появились в городе Пологи, буквально в нескольких сотнях метров от жилых домов. Традиционно машины разгрузились ночью. По предварительным подсчетам сбросили почти 100 тонн отходов. Столько в Пологах собирают за месяц. В том, что мусор именно из Львова, нет сомнений. Здесь и чеки, и накладные, а местные власти уже подсчитали, утилизация обойдется в 30 тысяч гривен. Но Андрей Садовый в очередной раз заявил, что никакого отношения к мусору не имеет. Треба питати, а перевізники, куди вони вивозять свої відходи. Тому що відходи, які вивозяться зі Львова, вони везуться на ці полігони, з якими підписуються угоди. Якщо є факти порушень, безперечно, треба звертатися в правоохоронні органи і карати порушників по всій строгості закону. Львовский мусор уже почти год колесит по стране, и, похоже, на карте осталось совсем немного областей, куда его еще не привозили. Машины с отходами задерживали и в западных регионах, и в центральных, и на юге, но мусор продолжает блуждать по Украине.